Итак, друзья, вот это вот черное, это моя предыдущая камера. Я вообще поклонник Canon, да. И все мои камеры идут каноновские. Вот, значит, я снимаю всегда видео на EOS 1300D. Вот, камера, в принципе, неплохая. Вы можете посмотреть по качеству моих видео. Но мне захотелось немножко большего, и я выбрала вот такую вот камеру. Эта камера зеркальная. Я выбрала беззеркальную камеру. Как видите, она гораздо меньше, она легче. Вот, и сейчас я вам покажу ее подробнее. Значит, здесь есть поворотный экранчик. Вот, его можно повернуть вот так и снимать себя. Вот таким вот образом. Очень удобно, и мне очень нравится. Я сразу же наклеила сюда пленочку, чтобы он не портился. И, в принципе, это очень важная для меня вещь, поворотный экран. Также я обратила внимание на качество видео. Здесь оно получше, как по мне. Вот. И, в общем, в целом, если вы хотите посмотреть обзоры на эту камеру, их очень много на YouTube, именно профессиональные обзоры с точки зрения фотографов, видеоблогов. Вот, я просто показываю вам, что теперь я все мои видео будут сниматься на вот эту камеру. Вот, дополнительно я купила карту памяти, вот такую вот, которая подходит для 4К видео. И вообще подходит для видео в хорошем разрешении. Это дополнительная батарея обязательно для моих видео. Мне всегда не хватает одной батареи, поэтому я всегда переключаюсь на вторую. И также я купила микрофончик. И, в общем, вот такая вот камера, которой я буду снимать последующие видео.